180. Эхо. Ну, вот такой моторчик получается цепной. Это гелевые такие колеса. Так, что еще? Все, кстати, на русском языке. То есть предостережения все написаны на русском. И так далее. Кнопка перезагрузки. А, понял. Так, а батарейка здесь вообще съемная? Интересно. Подключение, включение, разъем зарядки. А, ну вот это, наверное, так как непонятно, да? То есть. Нет, наверное, съемная, потому что я так понимаю, вот это вот. Штука она держит, как бы. Заварен, видишь, она скорее всего. Кстати, заварен. Через верхнюю деку, но там. Ну, в общем, только в сервисе. Да, только в сервисе. Самому особо как не это самое. Легкий, хранить его можно где угодно. Ну да. Так, у него получается ручки газа нет. Ручки газа нет. Вот, но у него. То есть он. А, у него вот эта вот штука, как это, концевик. Да. То есть ты с самоката слез. Соответственно, он выключился. Встал, питание пошло. Вот, соответственно, заднее колесо, подножка и тормоз. Как бы, да. Вот так вот работает. То есть, соответственно, оттолкнулся, моторчик подключился и помогает ехать. То есть, скорость такая приличная. Вот. Все, я понял. Все просто и банально. Так.